Настоящий тролль, наверное, да? Вот какой он сильный. А это дракон, дракон. Спасибо. Спасибо. Роберт у нас лакомится теперь виноградом. Сейчас поспел виноград. Он подходит, собирает его и ест. Такой самый, очень мелкий такой виноград у нас тут растет. Мам. Вот. Будешь еще? Я сейчас все доем. Роберт лежит на массаже, смотрит видео с собой, вот его массирует, ему очень нравится. Он лежит с удовольствием, сам залезает, а потом, когда массаж заканчивается, он не хочет вставать. Конечно, для вот такого маленького тельца, да? Полчаса, это прилично, да? Иногда полчаса взрослого массирует, а у него поверхность тела гораздо больше. Ну, полчаса обычно это спина. А. Для взрослого. А, я давно не была. Уже подзабыла. Угу. Что там как? Роберт пришел на массаж и так расслабился, что даже заснул. А вы когда-нибудь засыпали на массаже? Максим, вы когда-нибудь засыпали на массаже? Да. На том, который вы делаете? Или когда вы... Когда мне делают. А это вот у Роберта стоят иголочки. Это ему делают рефлексотерапию.